лорды и джентльмены. Робот обозначает машину, выполняющую функции разумного существа. В самом звучании этого слова робот, работарь, рабочий, вы мгновенно воспринимаете и смысл, и цель. Мы действительно вынуждены искать нового рабочего, дешевого, неустанного, неуязвимого и не грозящего нам мировыми революциями. Еще вчера несовершенная техническая мысль тешила нас пустяками. Были автоматы, были продавцы сигар, какие-то швейцары, фотографы, полисмены. Сегодня дело серьезнее.
Разрешите представиться. Я первый в мире робот Апака. Объект абзац. Студент. Авторитет. Рекорд. Абракадабра. Объект. В правой руке находится камера высокого давления, снаряженная реакционной смесью графита и растворителя. Я сжимаю камеру своими мощными челюстями, развивающими усилия 100 тысяч килограммов, и нагреваю смесь до температуры свыше 1000 градусов. Это приводит к растворению углерода и затем к кристаллизации его в виде алмаза. Внимание! Приступаем к синтезу. Создаю давление в камере. Еще одно усиление. Снимаю давление. Процесс закончен. Процесс закончен. Объявляю экстренное сообщение. Из Института неразрешимых проблем сбежал робот. Внешне это копия человека. При помощи особого прибора он может мгновенно изменить свою внешность, но имеет особые приметы. Пьет бензин, подзаряжается от сети переменного тока, в отношении с людьми бездушен, мыслит прямолинейно, лишен чувства юмора. Следующий робот сможет играть на саксофоне.